Он всю жизнь служил своему народу и своей стране. В Карачаевске прошло открытие памятника выдающемуся государственному деятелю, общественно-политическому деятелю Карачаева-Черкесии Магомеду Шаухаловичу Чотчаеву. Он показал пример героизма на фронтах Великой Отечественной войны и внес свой вклад в возвращение карачаевского народа из мест депортации. На открытии памятника побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он по праву является символом служения своему народу, отмечают собравшиеся на открытии памятника Магомеду Чотчаеву. Данное мероприятие проходит в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии, где было принято решение увековечить имена прославленных сынов нашей республики, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление нашего региона. На открытии памятника собравшиеся отмечали, что Магомед Шаухалович был настоящим патриотом, который любил и ценил свой народ. Открывая сегодня памятник Магомеду Шаухаловичу Чотчаеву, мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту и замечательному человеку. Депутат Верховного Совета СССР, председатель облсполкома Карачаевской автономной области, участник Великой Отечественной войны. Чем бы он ни занимался, он всегда был верен своим принципам и родине, служил правому делу. Будучи человеком, безмерно любящим свой народ, Магомед Шаухалович являлся интернационалистом. Он всегда был за единение с другими народами. Уроженец Хурзука Магомед Чотчаев в возрасте 29 лет избирается депутатом Верховного Совета СССР. С 1938 по 1939 годы работал на посту председателя облсполкома Карачаевской автономной области. В эти ужасные годы репрессий Магомед Шаухалович смог не просто сохранить свою жизнь, но и активно отстаивать интересы карачаевского народа, стараясь спасти от репрессий ярких представителей национальной элиты, отмечали собравшиеся. Когда Чотчаеву только исполнилось 29 лет, в 1938 году его избирают председателем Карачаевского облсполкома. Избирают депутатом Верховного Совета СССР. Он сразу устремляется спасти Куржиева из этого ада. Эта его затея не поддается исполнению, потому что к этому времени Куржиева, Курманали Алиевича уже живых не было. Магомед Чотчаев показал пример героизма на фронтах Великой Отечественной войны, будучи комиссаром кавалерийской дивизии. Был награжден орденами и медалями. Неоценим вклад Магомеда Шаухаловича по возвращению карачаевского народа из Средней Азии на историческую родину и восстановлению Карачаево-Черкесской автономной области. Именно на таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь, подчеркивали выступающие. У каждого народа есть люди, люди-символы, на которых равняются, на которых радуются, с которыми люди как со звездами сверяются. Одним из таких людей, бесспорно, был Магомед Шаухалович. И, конечно же, увековечение памяти таких людей важно, значимо не для них, и не столько для их родственников, родных, для фамилии Чотчаевых. Оно нужно нам, живущим сейчас, это нужно для будущих поколений. После чего представители рода Чотчаевых открыли памятник Магомеду Чотчаеву, а собравшиеся возложили к нему цветы. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.